Всем привет, мои хорошие. Сегодня вот бумагу приготовила вытираться. Ну, бумага, хоть жопу можно вытирать, извиняюсь за выражение, попу. Хорошего вам настроения, привет всем. Доброго времени суток, ребята, друзья и гости моего канала. Сегодня такой небольшой обед. Решила чаек попить малиновый. Уже сахар кинула. И пицца. И пицца. В общем, камера, почему вообще на телефоне-то не работала? Я не знаю, может придется еще, короче, делать. Может придется еще что-то делать. Я так-то, в принципе, почистила. Заполнено было 90 гигабайт или даже 100 гигабайт было заполнено. Галерея, это съемки всякие. Приятного аппетита вам, мои хорошие. Пицца. Вот такая. Короче. Погода в Анапе жарко. Сегодня обещали небольшой дождик. Но не знаю. Море хорошее. Некогда ходить на море. Работаю. Деньги-то нужны. Штативы надо купить. Чтоб себя показывать. На выходных надо будет заняться там селфи-палку надо купить. И такой штативчик взять. Чтоб телефон. Ну, где-то держать буду, где-то не буду держать телефон, не знаю. Посмотрим. Не всегда штатив нужен. Спасибо, что вы у меня есть. Сегодня среда, 10 августа. Время бежит, пипец. Кот! У тебя опять, что ли, кекс, секс? А, чаечек вкусный. Умыла лицо дегтярным мылом. Я так и знала, что так и будет. И что у меня случилось? До сих пор моя морда не проходит. Естественно, показывать я не буду это себя. Я вся в пятнах. Это кожа в основном и на лбу, и на щеках, на щеках подгорела. И много корок появилось, и краснота. Вот вам и дегтярное мыло. Офигеть. Сгорела кожа у меня. Ожог. Обожглась. Вот тебе дегтярное мыло. Да, но тело можно, конечно, мыть. Тело. А все остальное, не знаю. Костя на работе. Я дома. Никуда не хочу с таким лицом выходить. Я там половину корок поснимала, но все равно это так ужасно выглядит. Все шелушится. Красные пятна. Местами чешется грибочек. Люблю грибы. Я люблю грибы любые, даже шампионы, кроме поганок. Вы знаете, даже если поганки можно было бы кушать, я бы и поганки бы ела. Видите, какая красота. Вкуснота, красота. Приятного аппетита вам.
Вот и умылась. Помыла лицо дегтярным мылом. Угу. Результат. Не лицо, а морда. Красное, в пятнах, еще и шелушится все. Все в корках. Офигеть. Вкусно. Очень вкусно. Да. Да какая-то потерянная. Не обращайте внимания на меня. У меня еще давление. Как бы так. Давление еще. 149/100 с чем-то там. Я таблетки выпила, но они еще не подействовали. Старость. Все. Старость. Все, мои хорошие, давление. Давление это не только у толстых, давление даже и у худых. Сейчас давление все страдают. Даже молодежь. Это... Вроде как бы и не чувствую это давление я. Ну, состояние такое, знаете, как... Ну, подавленности какое-то состояние такое. Не знаю, такое состояние, когда я бухала. Противотанковый комплекс «Джавелин», другая аппаратура и... Очень вкусно. Руки группировок, которые не стесняют себя методами ведения боевых действий на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, для Израиля это будет постоянно... Что там делается? Головная боль. Штатив надо будет купить. Для целого ряда... Туда-сюда. ...структур, отвечающих за вопросы внутренней безопасности. Опять же, появление рука европейских радикалов... Вот такие планы какие-то небольшие. Оружие с Украины, это будет тоже сплошная главная... А вам за все спасибо. Европол и другие уже организации бьют по этому поводу серьезную... Угрозу. Спасибо, что вы есть. По разным оценкам мы приводили от 15 до 20. Что бы я делала без вас? Всех не знаю. В сегменте компактных вооружений с Украины реэкспортируется по схемам черного рынка в руки... Ну, честно. Не знаю. Олег из Санкт-Петербурга, тебе большой привет от меня. Если будешь смотреть. Вот эта кампания по накачиванию ненависти в определенных кругах Украина против Дональда Трампа может дальше конвертироваться и в подготовку политического убийства Дональда Трампа руками тех, кто так или иначе будет... Зато его сегодня никак убить не могут.
Ну да. Пердуна старого. Долин-то Трампа. Задолбали уже. Игоревич, надо попросить Федеральную службу охраны взять под охрану нашего Дональда. Вы знаете, я бы не стал смеяться, потому что вопрос серьезный. В США есть секретная служба. Ну тебе и коварство давление. Да. Но вопрос, как она хранит? К тому же самому федеральному. Можно не ощущать. Надо не кошмарить Трампа. Вступая в роли такого, знаете, НКВД образца 1900. Всего доброго. Встретимся. Стройка вовсю идет. Но они пока что все на 10 этаже делают. Но скоро будет 11 этаж. Море хорошее. Погода, ну, сегодня обещали дождик, не знаю. Будет, не будет, не знаю. Как быстро время бежит, 10 августа, ужас. Мне так стало напрягать, что время так бежит. Просто. Кошмарики. Вам спасибо, что вы со мной. Оставайтесь со мной. С вами интереснее, блин, чем самой собой, блин, на камеру говорить. Ну, такое, знаете, состояние. Хочется лежать. Давление все равно чувствую. У меня такой чувствительный организм. У меня что случилось? Там повышение сахара, там еще что-то. Я уже чувствую, что мне плохо. Вот говорят, давление не чувствуешь. Согласна. Ой. Ну откуда такое, знаете, состояние пришибленности? Ой, не знаю, когда климакс будет, что со мной будет. Ой, не знаю. Ой, девчонки, не знаю. Может, у меня уже климакс. Откуда такое самочуха? Бекончик. Ой, не знаю, что будет. Если здесь уже охаешь и ахаешь. Не знаю. Вам не болеть. Будьте со мной. Пока-пока. До скорой встречи. Приятного аппетита. Кушайте много. Кушайте мало. У кого какие аппетиты? У кого какие желудки? У кого какой потребность организма? Потребности организма человеческого? И кушайте вкусно, кушайте полезно, Это хорошо, когда еще все свое. Огурчики, помидорчики, перчик там, капуста, кабачки. Дачники, я вам так завидую. Вот честно. Белой завистью. Вот честно.
когда все свое, лучок, укропчик, салатик. Дорогого стоит. Респект и уважуха вам. Кушайте много, кушайте мало. Какие аппетиты, опять же повторяю. Кушайте полезно, вкусно. С вами была Ольга. На канале «Жизнь в бетонных стенах». До скорой встречи. Спасибо, что вы есть. Пока-пока.